Я Александра Утяшева. Добрый вечер. Это шоу «Новые танцы», и мы продолжаем первый этап. Правила очень простые. Тот, кто из двух участников станцевал лучше, идет дальше. Другой покидает проект. А выбирать победителя будут наши судьи. Он знает, как правильно связать музыку и танец, чтобы родилась настоящая эмоция. Популярный певец Сергей Лазарев. Он всегда старается найти необычный подход к музыке, поэтому от наших участников он в первую очередь ждет оригинальности. Певец и музыкант Иван Дорн. Если на ТНТ кто-нибудь танцует, значит, он где-то рядом. Постоянный член жюри нашего проекта, хореограф и постановщик Мигель. Ну что ж, я думаю, что самое время начать новые танцы. Это мои друганы и братаны здесь, короче, это раз. Вот. Я бы, конечно, может, и взял бы других, но дружба, она это, ну... Мы команда Art of Motion из города Электросталь, Подмосковье. Я уверен, что мы сможем добиться успеха в этом проекте благодаря тому, что у нас есть свой почерк, качественный, красивый визуал, которого нет у других. Мы хотим дойти до чемпионата мира и выиграть. Туда, чтобы свозить команду, нужно 4 миллиона. Проект нужен, популярность нужна. Все это нужно для того, чтобы расти. Если что, мы не типа такие меркантильные, там, за деньги пришли. Хочется повышать не только свой уровень, а уровень страны в целом. И на международных фестивалях, чемпионатах. И мы уверены, что мы вот та команда, которая способна это сделать. Живем либо в Электростале, либо неподалеку, в ближайших городах. Это вот такая идея глобальная, то, что мы хотим продвинуть именно какое-то незнакомое место. В регионах кто-то вообще должен быть, кто-то должен именно двигать то место, в котором он родился, чтобы слово «Электросталь», допустим, стало известным, популярным и так далее. А не только Москва, Петербург. Хочется удивлять людей, чтобы нас запоминали и все знали, что «Ой, это же те ребята из Электростали». Мы засыпаем, мечтаем, уходим под своды арены, На улицах, когда темно, когда никого уже нет. Не входи в этот круг, если ты не уверен в себе. Здесь полный контакт, без апелляции к суде. Считай его нет, не в тяжелоры здесь не решают, здесь не играют никакой роли. В каждом дворе огромной Москвы есть бунтари и разбитых коробок. Мяч и мечта, все, что нам надо, стрелка забита, братья под боком. Это закрытый, мать его, клуб, отличительный знак, кто только под ребра. Вокруг бетон, железо и асфальт. Тут надейся на себя, потом уже на фарт. Здесь все равно, кто ты, Ланнистер или Бастард. Либо сиди на банке, либо прояви талант. Это уличный стиль, бойся войти в лабиринт Минотавра. Здесь люди замешаны, все, кто тут есть, ведут себя храбро. Здесь взгляды не падают вниз, даже пусть мелкая травма. Сарафанное радио, народная слава. Будь первым, будь первым, будь первым. Рискни всем, стань первым, стань первым, стань первым. Бей точно, бей сходу, бей первым, бей первым. Будь первым, будь первым, будь первым. Рискни всем, стань первым, стань первым, стань первым. Бей точно, бей сходу, бей первым, бей первым. Бери свое и будь первым, будь первым, будь первым.
Ребята, это яркое начало. Спасибо большое. Давайте послушаем уважаемых. Это просто разрыв, ребята. Супер начало. Настолько уверенно. Такое ощущение, что это мы пришли на ваше выступление. В целом, заплатили билеты сюда. Для того, чтобы сейчас после этого началась дальше ваша программа. Каждый по соло раздаст. Абсолютно заслуженно. Потому что каждый из вас является персонажем. И это в танце тоже раскрылось. Короче говоря, я с удовольствием поприсутствую на такой программе. Спасибо. Спасибо, Иван. Спасибо. Сережа. Да, мне понравилось. Мне понравилось то, что у каждого был сольный кусок фактически, да, то есть я абсолютно видел каждого, нет такого, что есть какой-то лидер, и вокруг все остальные, нет, это очень круто, молодцы, и четкость, и правильный, правда, драйв, отличное начало. Круто, спасибо. Мигель. Ну, за меня уже сейчас все сказали практически, все супер, девчонки, единственное, что молю, вот когда исполняете, чуть расслабьте лицо. Иногда получается так, что я прям понимаю, смотрю, думаю, боже, что сейчас произойдет? Сейчас мне лопнет лицо просто на лицо. И забудьте про слова. Хватит петь на сцене, пожалуйста. Спасибо. Я вас обожаю. Это было просто. Это было чудовски круто. Я хочу еще. Я знаю, вы ждали очень долго наш первый шоу-кейс с судьями. Судья, который, наверное, я рад больше всего видеть, Дима Тюрин! Я вас всех очень люблю, очень всех рад видеть. Пожалуйста, поаплодируйте, давайте начинать. ТС Фэмили – наши друзья, и на сегодняшний день, к сожалению, они являются нашими соперниками. Мы называемся DS Family. Мы представляем город Обнинск. Город — это наш дом. Мы здесь родились. Здесь наши корни. Это то, где мы провели самые счастливые года нашей жизни. Команда образовалась 8 лет назад. Это все случилось с подвальных танцев, как я называю. Потом, спустя полтора года, в команду привалило 35 человек. Для нас это самая эмоциональная часть танцевальной жизни, что сейчас происходит. И для ребят. Я за них очень рад, потому что у меня не было такой возможности попасть куда-то, что-то сделать и где-то станцевать. Год назад Дима даже и не знал, что настолько хорошая команда соберется и настолько крутые возможности у нас откроются. Дима достаточно открытый и добрый человек сам по себе, и он старается для нас быть здесь в первую очередь не просто тренером жестким, даже, ну, можно сказать, наверное, отцом. Команда Art of Motion. Чемпионы ХХИ, что тут сказать? Все, красавчик, опытный чувак. Мы соревнуемся друг с другом постоянно на соревнованиях. Клевая команда. Но танцуют они в своем стиле, с фишками, с акробатикой. Мы танцуем по-другому. Я считаю, у нас преимущественно самое главное, что это эмоции и, конечно же, техника. Когда мы начинаем номер и когда мы его заканчиваем, такое ощущение, что сцена нафиг рухнет. Это самое масштабное юмористическое шоу на ТНТ. В игре Щербаков, Воронин, Расул и Абрамов. Картункова с Киселевым собрали ораву. Здесь Кука, Тамбия, Мир, Илюха, Рустам, ансамбль, Плюшки, Лисевский, Богдан. Красноярская машина, а.к.а. Мишаня. С ним его сибирская смешная компания. В игре Данияр, Гульнара, Ерки Булан. Казахский колорит заходит везде на ура. Здесь Камызяки, Дорох и Азамат. Бурдашев с ним, наполеоновский заряд. Девчонки, Коля, Щербакова, Варя. Песни студии «Союз». Тут Лёля с Айдаром. Здесь Пушненко, Якушев и Кожома. Пацаны с юга, тут и у них банда огромная. Харламов, Ахмедова, Сабуров, Марти, Росян. Это игра. Ждем только тебя. Игра начнется по воскресеньям в 9 вечера на ТНТ. Это очень круто. Молодцы, и четкость, и правильный, правда, драйв. Отличное начало. Спасибо. Мы называемся DS Family. DS Family – наши друзья. И на сегодняшний день, к
сожалению, они являются нашими соперниками. У нас ритуал такой. Не смотреть на команду, когда они выступают. Почему? Ну, не знаю. Чтоб не обидно было выносить их. Здрасте. Обожаю! Я думал, даже спрашивать нельзя их ни о чем с такими лицами. Отряд убийц. Здравствуйте. Как вас зовут? Мы DS Family, город Обнинск. Город Обнинск. Окей. Обнинск против Электростали. Ну, своих соперников знаете, видели? Конечно, знаю. Уже с ними батл или нет? Ну, на чемпионатах встречались. Встречались? Да. Отлично. То есть готовы? Да. Поехали. 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 Это было как-то угрожающе. Спасибо. Слушайте, нет, это было очень классное выступление. Единственное, у меня есть некоторое ощущение, так, знаете, перемудрили чуть-чуть. Вот как вот перемудрили, не знаю, с чем это связано. Но вот какой-то общий такой настораживающий эффект. В каком месте? Да вообще. Да, и мне кажется, вы очень часто, ну, особенно в конце, распадались. Не знаю, есть, знаете, когда как единый организм действует команда, а есть, когда прям вот хоп, и посыпались чуть-чуть. Потом, говорит, подсобрались, потом опять посыпались. Это было несколько раз за выступление. Не знаю, так же, с чем связано, волнение, не волнение. Извини, глаза, конечно, дышу, не припасть. Это тоже Тима зовут? Да, его перекрыло.
не покидало меня ощущение того, что я уже где-то это видел. Вот каждая комбинация, которую вы делаете, я понимаю, что я где-то это видел. Плюс еще тот настрой, с кем вы вышли, не то что, да, Сережа прав, не перемудрили, а, наверное, пережали. Почему? Потому что очень хочется видеть на сцене расслабленных танцовщиков. Потому что под контролируемое, расслабленное ваше состояние есть ваша четкость. Есть ваш контроль того, что вы делаете на сцене. Именно поэтому вы начали вылетать, именно поэтому девчонки начали вылетать в комбинациях. Потому что вы не рассчитываете вашу силу для того, чтобы сделать что-то. И иногда перебарщиваете. И в основном ваши эмоции сейчас очень сильно влияют на ваше тело, которое перестает вас слушаться. Агрессия хороша, но это все должно быть контролируемо. Спасибо. Иван. Меня протащило, мне понравилось. Тебе понравилось? Да, спасибо. Спасибо. Хорошо. Ну что, давайте встретим ваших соперников. Я желаю вам удачи и пусть победит сильнейший. Мигель, твое решение. От двух команд я чувствовал абсолютно одинаковую энергетику. И самое важное, наверное, для меня, что в этой энергии я не почувствовал ничего нового. То есть я все это видел, я все это ощущал когда-то на каких-то других чемпионатах, на каких-то других выступлениях. Я понимал, что с этой материей я знаком. И поэтому я придирался к деталям. И в данном случае для меня намного стабильнее держалась команда Art of Motion. Иван. Я скажу только то, что мне понравилось, как в команде Art Motion я рассмотрел каждого персонажа. В вашем танце я рассмотрел только тебя. Я отдаю голос Art of Motion как команде, как единому организму. Единогласная победа. Три льва. Правило трех львов. Три льва. Да, это новое правило этого проекта. Три льва забирается. И все, и мы проходим дальше. Да. Ну, ребята, вот, блин, ну, чего вы расстраиваетесь? Вы все молодые. Там против вас дядьки сражались. Мы тут три человека взрослых. А вы, детишки, дрались против старых дядек. Поэтому я считаю, достойно все. Молодцы. Наши друзья, и поэтому, да, мы расстроились, на самом деле, что нас поставили в пару, мы не хотели. Но выигрывать по-любому, что можно выиграть. Ну да. Да. Это просто факт, это правило трех львов. Ничего с этим не сделать, да. Привет, Анька. Я, по-моему, Аню видел уже где-то. Да, она была в шестом сезоне, она была в моей команде. Все, понял, да. Аня, у вас такая группа поддержки, весь зал. Узнаете, да. Анька очень талантливая танцовщица, очень талантливый хореограф, поэтому я вообще не удивляюсь, что ты здесь, поэтому очень жду. Последний год у меня произошел прям очень сильный скачок абсолютно и в моем исполнении, и в том, как я ставлю, выигрываю два крупных чемпионата. Мне казалось, чтобы выиграть на этих чемпионатах, я просто не знаю, что мне надо сделать. Ну, пойду-ка попробую там, ну, покажу свое, покажусь. Это была такая прям штампик такой. Да, Ань, типа, ты правда молодец. Ну, похвали уже себя, наконец. И я такая, так, ладно, да, можно себя похвалить. Я молодец. Первый раз видео, которое я посмотрела, с первого чемпионата, который я выиграла, я смотрю видео так. Думаю, пожалуйста, не показывайте мне это. Ну, то есть мне вообще не понравилось. Я все время хочу держать определенный для себя уровень. И вот такие ситуации, когда вот что-то у меня не получается, даже просто, да, я устаю на ноге, но я пошатнусь.
нет, все, меня вообще разрывает просто в разные стороны постоянно. Я такая, блин, почему я не устояла на ноге? Я очень сильно себя виню за это. Просто если бы не ругала себя часто, если бы не была бы такой перфекционисткой, не было бы просто, наверное, такого роста. Самая главная причина, почему я сейчас здесь сижу, это очень крутой опыт. Ты выходишь, ставишь сам на себя, ты видишь хореографию так, как ты бы хотел ее видеть, потому что она поставлена на тебя. Хочу, чтобы больше обо мне узнали как хореографа. Я сама ответственна за свои номера. Сама ставила, сама танцевала. Но я не могу себе позволить сделать плохо. Финал. Какая хорошая девушка. Аня, ну ты все слышишь сама. Это было очень круто. Спасибо тебе большое. Сережа. Ну я у меня такие свежие первые впечатления от знакомства с тобой, Аня. И, конечно, это очень профессионально. Это очень профессионально, очень точно, очень меня... Ну, все, что происходило в танце, в самом внутри, это было очень четко, точно. Финал меня просто срубил, как-то сломалось. Прям, такой прям, ох, вау, момент очень крутой. Классно, классно. Спасибо. Ваня. Несмотря на то, что я знаю, что это должно быть что-то шокирующее, ты шокируешь меня опять и снова вот этой вот филигранностью своей, как будто в танце ты, вот как будто пришел батя, и раздает стабильности, да, показывает, как надо это делать. Все по делу. Все настолько правильно, вовремя, своевременно. Каждое движение, которое там есть, мне не возникает вопроса. Все твое, все на месте. Спасибо. Класс. Мигель? Ну, мне нечего сказать. Уже все сказали за меня, поэтому я восхищаюсь твоей стабильностью. Спасибо тебе большое. Посмотрим следующего. Спасибо тебе. Увидимся через несколько минут. Встречаем следующего участника. Привет, Вишня. Приветики. Это третий сезон танцев команды Егора Дружинина. Dance with me, bounce. Они даже не подозревают, что их ждет. Никогда ничего не бойся! Если ты как обезьяна, любишь прыгать по лианам. Если можешь есть личинок, сам в Африке гоня. Но если ты буклетый, но если ты приклетый, если ничего не можешь, Оля Бузовой кричи. Заберите меня!
Поехали! Обожаю это шоу. Звезды в Африке. В воскресенье в 8 вечера. На ТНТ. Я, по-моему, Аню видел уже где-то. Ты был в жюри в 6-м сезоне, она была в моей команде. Все по делу. Все настолько правильно, вовремя, своевременно. Каждое движение, которое там есть, у меня не возникает вопроса. Привет, Вишня. Приветики. Это третий сезон танцев команды Егора Дружинина. Сейчас я уже 2 года живу в городе Приморско-Ахтарск. Это берег Азовского моря, маленький, можно так сказать, курортный городок с населением 30 тысяч человек. У меня муж есть, и его туда отправили по работе. Я как жена декабриста поехала за ним и пытаюсь там существовать. Я сделала свою студию. У меня есть свои ученики, но есть один небольшой минус. Километров на 150 в радиусе нет ни одного профессионального танцовщика. Это непросто, когда ты каждый день один заходишь в зал и один пытаешься себя дальше развивать. Да, у меня там муж, и мне кажется, он ревнует меня к танцам. Это абсолютно нормальное желание, чтобы тебя там встречали, домашний очаг и все такое. Просто немножко наши деятельности не совпадают в эту идеальную картинку идеальной семьи. Мне тяжело. Когда ты знаешь, как могло бы быть, и когда так не получается, я не хотела плакать. Нет, все хорошо. Правда. Все отлично. Просто хочется лучше всегда. Но пока так. Мне бы хотелось принятия того, что эта часть меня неотъемлемая. Это то, что мне никто никогда не отберет. Никогда. Никто. Я все сделаю. Я буду, не знаю, зубами ухватываться за это все, лишь бы пройти до конца. Очень колючий мороз рвет, он режет кожу мою. Запах твоих папирос связки жует, через боль я пою. Ночью лица слышу свист. Потерять, пока святой товарищ случайно мне сделает всем больно. Как дела? Спроси, зачем я отвечу тебе? Наша пара, как и 7 миллиардов обычных людей. Вишня, знаешь, надрыв чувствовался. Спасибо. Спасибо за твою искренность в теле. Спасибо. Спасибо. Мигель.
А, надрыв действительно чувствовался, но мне не хватило чуть-чуть именно хореографии внутри этого номера. Я понимал, что очень много драмы, вокруг которой ты постоянно существуешь, но именно танца, то есть рассказа с помощью танца, мне не хватило. Я посчитал, что, ну, как бы это больше какая-то некая актерско-движенческая работа, нежели танец, понимаешь? То есть мне танца было маловато здесь. Вот так вот. Спасибо. Но ты красивая. Спасибо. Ваня. Ну вот когда Аню провожали, я подумал, блин, все-таки не хватило мне эмоций, наверное. А здесь они были. Спасибо огромное. Спасибо. Сережа, тебе всего хватило? Мне понравилось выступление, сама постановка, эмоции, образ. На мой взгляд, были на все 5 баллов. И очень сложно нам будет сейчас выбирать. Я вижу напряжение, ребята. Я понимаю, что это непросто, но выбор нужно сделать прямо сейчас. Мигель, начнем с тебя. Мне очень сложно, как всегда, оценивать ваше выступление, потому что знаю вас очень хорошо, и работал с вами, и проекты с вами вместе провели. Когда Анька вышла на сцену первый раз, я думал, сейчас надо будет собраться и не обращать внимания на то, что я тебя знаю и многое из того, что ты делаешь, уже видел и понимаю, в какую сторону ты будешь идти. Пытался абстрагироваться, у меня на какой-то момент это получилось. В этот момент вызвали у меня мурашки твой танец, и я сказал, что да, это на самом деле прикольное, новое слово. И мне очень нравится то, что как ты мыслишь вообще, как ты складываешь, как ты рождаешь движение. Оно прям, это уникальный подход, и тебе обязательно надо сохранить это все и ни в коем случае не вестись на какие-то вещи, если кто-то тебе будет говорить, что это неправильно, либо так не надо. У тебя есть твой собственный стиль, гордись им и береги его. В тот момент, когда вышла Вишня на сцену, я понимаю, что ты переродилась. Я понимаю, что это новый человек на сцене, невероятно красивая, полноценная, свободная девушка, которая сейчас будет танцевать. И то эмоциональное состояние, которое ты передавала с самого начала, я понимал, что это в какой-то момент может перебить абсолютно точно твоего соперника. Но я немножечко обломался именно в стиле, который ты показала сейчас, и поэтому я сделал свой выбор в пользу Ани. Девочки, к счастью, здесь есть люди, которые вас видят впервые. Сережа, тебе слово. На мой взгляд, вот в этом батле техничнее была Аня. Но чуть-чуть для меня это было обезличено. Я актер, да, у меня театральное образование, я все равно хочу видеть не пустоту в глазах, я хочу видеть какую-то эмоцию, которая подкреплена еще и действиями. На мой взгляд, это было Вишня. Ваня, ты не в простой ситуации. Да. Ну, тут редко бывает простая ситуация. Еще раз, наверное, пройдусь по твоей эмоциональной составляющей. И в этом случае, конечно, ты как актриса побеждаешь. А у Ани есть проблемы с тем, что она вот такая неэкспрессивная внешне, с таким вроде каменным лицом. С другой стороны, есть уникальная возможность телесно эту эмоцию передавать еще сильнее. И так как это танец, Аня. Аня Тарасенко выходит в следующий тур. Вишня, спасибо тебе большое. Спасибо. Ну, конечно, Вишня расстроилась. Вишня? Видно было, да. Конечно, расстроилась. Сильный и достойный соперник. Я рада, что мы были в батле. Просто я уверена в том, что будет на месте Ани кто-то другой из девочек-контемпщиц. Ну, я бы вынесла, я думаю.
На сцене шоу «Новые танцы» талант и красота всегда вместе. Чувствовать себя уверенно и блистать нашим участникам помогает официальный стилист проекта «Эстель». «Эстель, у красоты есть имя». Всем салют! Это дуэт Шуля и Шпиль. Нам по 12 лет, мы из города Лобни, это Подмосковье. Мы обожаем Лобню, потому что он такой уютненький. Есть много местечек, где погулять. И там очень хорошо развито направление электро как раз. Электро — это наш основной вид танца. Тренер наш Антон Любов. Да. В 2015-м начал вести хип-хоп. Потом он решил то, что можно попробовать электро, и люди с хип-хопа начали переходить на электро. И так получилось то, что Лобня теперь славится своим направлением электро, и оттуда вышло очень много крутых подрастающих танцоров. Вот, например, мы сейчас в достаточно раннем возрасте танцуем в номинации про батлах. Получается, да, Лобня – столица электро. Электро – это андеграунд-культура, уличные направления, можно творить все, что угодно. Невероятная атмосфера, крутые люди, новые знакомства и все такое. Ну, очень классно, нам очень нравится. Сейчас очень много ребят пришли именно с контемпом и хип-хопом, и мы хотим зрителю показать что-то новое, уникальное, что-то интересное. Конечно, хочется выиграть, хочется разнести. Вот наша цель. Точка. Ну какие молодцы! Мигель? Мне понравилось. Мне понравилось то, как это было эмоционально. Вы чуть-чуть развалились где-то в серединке, но быстро собрались и все доделали вообще мастерски. Поэтому хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Сережа. Мне кажется, что огромный потенциал у вас есть, безусловно. И танцуйте дальше, больше и радуйте нас чаще. Благодарим. Иван. Шпиль, Шуль, супер. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот так вот быстро и лаконично, ребята. Мы с вами увидимся через пару минут. Спасибо. Миллионы людей хотят получить ответы. О чем молчит потусторонний мир? Экстрасенсы придут, чтобы помочь. Я хочу, чтобы она остановилась и все. Поверят даже скептики. Битва экстрасенсов. Новый сезон. В субботу. В 7 вечера. На ТНТ. Шпиль, Шуль, супер, спасибо. Спасибо. Меня зовут
зовут Маша. Меня зовут Макар. Мне 13 лет. Мне 14 лет. Ну, даже не буду спрашивать, что танцуете. Танцуете явно бальные. Да. А вы всегда в паре танцуете? Нет. Вообще, да, за 2 недели до начала проекта я танцевала с другой партнершей. Но возникли небольшие проблемы с ростом. И из-за этого нам пришлось расстаться. И в итоге я нашел Машу. Так получилось, что в моем городе партнеров моего роста и с таким же потенциалом практически не было. Нам пришлось переехать в столицу, потому что здесь намного больше выбор, чем в Твери. И где-то за 5 дней мы подготовили номер. То есть так быстро можно сделать? Ну да. Ну да. Ну быть. Давай со мной сделай что-нибудь. Ты покажи давайте. Как, а ты меня как давай. Это, вести давайте. Надо? Ну, давай, я с тобой буду повторять. Ой, как я смешно выгляжу! Вообще в бальных танцах всегда главный партнер. И всегда он отвечает за пару. Если у партнерши всякие проблемы, виноват всегда партнер. Давай еще раз, смотри. Значит, я делаю раз, два. О, господи ты, боженьки мои, ну, пожалуйста. За один урок научить танцевать бальные танцы, это очень сложно. Потому что этому учится не неделю, не месяц, а намного больше. Так, нет, ребят, я это никогда не запомню. Все решает работа над самим собой. И нужна еще уверенность в себе. Потому что если ты не уверен в себе, ты можешь сразу же сам себя загубить. Как бальник. Ну, все по-взрослому все было. По-взрослому, все по-взрослому, да? Чача-чача да. же Спасибо. Это? Спасибо, Чача, да, это была Чача. Ну, ты знаешь, мне кажется, кстати говоря, ребят, что мне не совсем подходила эта Чача под этот трек. Либо недостаточно вот, она экспрессивная была Абсолютно. В итоге, ваша пара относительно этой музыки, либо чуть-чуть побыстрее хотела для того, чтобы вот как-то все, мне не хватало какой-то... Не знаю, резкости в вас в итоге. Или в музыке. Я, хотя нет, музыка вроде... Вот не понимаю. Не понимаю, но я сейчас об этом думаю. Все. Я понимаю, что меня сейчас на самом деле раздражает в бальных танцах, потому что там как-то, знаешь, чередуется. То ты танцуешь вместе с партнером, то ты показываешь всем людям то, как ты это делаешь. А так все это вместе, взрослые наряды, разрезы, волосы, загары и вот это вот. Но это все специфика бальных танцев. Все равно, ты никуда не уберешь в любом случае. Тоже покрасоваться за собой, это тоже специфика в какой-то степени бальных танцев. Дети, так, ну наверное. И дети, ну, смотри, они уже, в принципе, еще чуть-чуть, и они уже во взрослую категорию перейдут. Да. А так станцовано было прикольно. Я в бальных танцах не разбираюсь особо, но если вы говорите, что можно было бы и побыстрее, и почетче. Сереж, тебе понравилось? Мне понравилось то, как вы танцевали. Вообще танцевали очень чисто, хорошо, и это хорошее, классное выступление. Абсолютно согласен с Ваней по поводу того, что трек не подходил под хореографию. Хотя, вот если там выключить звук, двигались вы прекрасно, четко и очень по-взрослому. Спасибо вам большое. Спасибо тоже. Ну что, ждем ваших соперников. Ой, совершенно 2 разных просто номера. Ребята, к решению.
Сережа, начнем с тебя. Просто противоположности две. Да. Две пары. Я не могу сказать, что у меня какое-то такое единогласное решение точное, что я вот прям на 100% уверен, что вот пара была прям на голову выше. Нет. Но тем не менее, мне показалось, что зацепила меня больше пара Шоли и Шпиль. Спасибо. Мигель. Я буду судить только лишь потому, как вы станцевали. И для меня лучше станцевали именно это Маша и Макар. Интрига. Иван. Твое решение будет прям самым важным. И вы знаете, при всем моем диком желании увидеть, как дальше счастливым спускается с этой со сцены представитель бальных танцев, я сегодня опять отдаю предпочтение более станцованному коллективу. Ну что ж, ребята, вы проходите в следующий тур. Я ожидаю от тебя, Павла. Не, они танцевали хорошо. Танцевали, плавали хорошо. Немножко обидно стало из-за того, что мы не прошли дальше, но зато для нас было очень, можно так сказать, кайфово выступить на такой большой сцене и почувствовать эту новую энергию, что ли. Вот прям атмосфера классная была. Это ваша такая сцена большая, первая? Да, это наш первый раз. Мы обычно выступаем на турнирах, и там на одном таком паркете даже меньше выступает, по 12 пар. И для нас вот оттанцевать одним на большой сцене, где на нас смотрят куча зрителей, судьи только на нас смотрят, для нас это очень интересно. Ребят, ну в таком случае я даже вас поздравляю. Вы придете сюда еще в следующем, в позаследующем и во все любые годы, когда только захотите, я уверена, что разорвете. Потому что я извиняюсь, но вот это вот все, что вы мне показывали, это, конечно, надо уметь. Смотри, ты весь в ней, она вся в тебе, все, все запутались, все, я вас поздравляю. Спасибо большое. Обниматься. С девочкой, которая красивее меня, уходи быстрее. Уходи из кадра, уходи. Ну что, поехали, соло. Приглашаю первого участника этого батла. Даня, ты звезда? Возможно. Видимо, да. Сейчас буду. Что за фурор ты навел? Сколько тебе лет? 16. 16. С рождения я жил в Геленджике, но в 9 классе, когда я учился, мне почему-то резко захотелось стать хореографом. Ну вот так и переехал в Москву, сейчас живу. Танцевального развития здесь намного больше. То есть, ну, как бы здесь все, можно сказать. Colored lights, a million faces. You feel alone. Дольше тебя 10 дней. У Ани. Да, у Ани. Сколько ждал? Часов 10. Меня мама в 4 года отвела в коллектив. И я там танцевала 6 лет, по-моему. Полотенце не забыли, пожалуйста. Да. Жили в Благовещенске. Переехали в Москву мы, когда Дарине было 10 лет. Это был тяжелый достаточно период. Она переживала и в классе. Были у нее вопросы с ребятами. Она переживает за то, что она заикается. И это все усугубляет. Тяжело, что будет очень сильно. Это началось от стресса. Оно приобретенное, оно не врожденное, да. Это просто волнительные разные процессы, и переезд, и там жизненные ситуации, и вот так вот.
Ей, конечно, очень помогают танцы, потому что она самовыражается, и она там отдыхает, раскрывается. Ну, как бы это ее мир, он другой. Я танцую в команде вместе с Даней. Единственный парень у меня в команде. Очень потенциальный, очень. И самое интересное, что про Даню мне говорят другие хореографы, другие ребята, которые в целом знают команду. Они такие, вот пацан у тебя прям вообще бомба. Я такая, да я знаю. А вот Дарина, она вместо того, чтобы сказать, она лучше сделает. Неуверенная в себе очень. И вообще необоснованно неуверенная. Не верю из-за того, что... Не верю. Я как-то так. Зато я верю в Даню. Супер. Кайф. Мне кажется, Дарине в этом плане проект, он прям поможет. Это вот момент таких сильных трансформаций для нее будет, когда ей нужно будет вот сейчас побороться с собой и поверить в себя. Вот, мне кажется, в этом плане ей проект должен помочь. Насколько мне сложно выходить в баттле с Дариной? Ну как можно с другом соревноваться? Это будет вообще очень тяжело, мне кажется. Пусть победит сильнейший. Я выиграю все равно. Даня, ты очень прикольно думаешь и очень прикольно двигаешься. А скажи, пожалуйста, а почему, двигаясь по одной траектории, это же была прям линия такая, ты выбрал вот двигаться там, вот в глубине сцены. Почему это не происходило вот здесь? Не знаю, хороший вопрос. Вот там ты слился с экраном, и я понимал, что до меня ни одно твое движение энергетически просто не добивает, потому что ты очень далеко находился. Очень сильно задумываетесь о том, какую позицию в пространстве вы занимаете для себя. Хорошо, на будущее возьму на заметку. А так это было интересно. Спасибо большое. Иван? Мне не хватило, знаешь, какой-то степени психа в тебе. Знаешь, немножко нервы больше. Слишком было все плавно. Как будто не хватало вот этих... Как будто ты стеснялся, как будто так до конца и не... А не надо стесняться, когда выходишь. Не надо стесняться, кстати, да. Тут надо побеждать. Сережа. Надо взять на заметку цитировать свои песни. Вот, давай чуть попробуем процитировать. Так что лови от меня какие-то тоже комментарии, пусть они попадут тебе в самое сердце на поражение, потому что... Я не боюсь говорить... комментарии. Ладно, если по существу и серьезно... Я сейчас тоже начну про Кайли Минок говорить. Знаешь, что я тебе скажу? У тебя очень красивые длинные руки. Но они почему-то очень часто были как будто виловатые. Этими руками нужно гордиться. И надо сделать своей фишкой, понимаешь? И гораздо, гораздо шире порой хотелось. Они иногда как будто были зажаты. Ощущение, что как будто это все чуть-чуть недоделано.
Лучшие танцовщики страны, чемпионы в своих стилях, начинают борьбу в новых танцах по субботам. Путь на проекте для каждого участника начнется с батла своей категории. Один на один, команда на команду, дуэт против дуэта. И впервые дети. Сейчас у тебя уже будет фанат, пересмотрит. У меня пересмотрит. Уже есть фанат. Обожаю! Жюри решает, кто проходит в следующий этап, а кто покидает проект. Где голосовать? Шоу, где у всех только один шанс. В один момент прям чуть ли слезы не пошли. Можно не голосовать, пожалуйста? Нужно голосовать. Я все-таки выберу. Не пропусти новые танцы. По субботам в 9 вечера на ТНТ. Dance with me, dance with me. Bounce. Даня, ты звезда? Самое интересное, что про Даню мне говорят другие хореографы. Они такие, вот пацан у тебя прям вообще бомба. Я такая, да я знаю. Я танцую в команде вместе с Даней. Неуверенная в себе, необоснованно неуверенная. Зато я верю в Даню. Мне кажется, Дарине в этом плане проект, он прям поможет. Это вот момент таких сильных трансформаций для нее будет, когда ей нужно будет вот сейчас побороться с собой и поверить в себя. Позади уже все. Все, да, успокойся. Смотри, у нас Сергей на слезе уже практически. Нет, я не на слезе. Знаете, если можно, я начну. Конечно. Я хочу сказать, Дарина, что помимо всего прочего, что это было круто, это было еще очень сексуально. Спасибо. Правда. Большое. Я не знаю, что ты нервничал, ты вышла прям, собиралась силами. Но, наверное, так перед стартом и нужно. Но... Никакой зажатости не было в самом выступлении. Была легкость, была точность и контроль абсолютный. Ты понимала, что ты делаешь и что ты хочешь сказать. Это очень здорово, что ты через танец все передала. Спасибо. Спасибо. Мне очень сильно понравилось. Только опять вопрос. Что вы там все забыли в глубине? Да не тебя вас бояться. Не видно. Иван, ты все рассмотрел? Да, в первую очередь, сам факт того, как ты собралась. Ты сначала неуверенно выходишь, дышишь, там, хоп, и начинается просто другой человек, образ и все остальное. И вот это вот включение мне очень понравилось. И так же легко после танца выкачалась. Такая, как будто сама еще уже не поверила, что это произошло. Все произошло прекрасно, поэтому спасибо тебе. Спасибо вам огромное. А сейчас придется вам включиться и сделать свой выбор. Иван. Спасибо большое, но здесь для меня все очевидно. Дарина.
верит, не верит. Не верит, сама, идет да? такая, нет, не, не может быть. В шоке. Проиграл. Может, слишком уверен был, может, слишком переживал. Не знаю. Ну. Я все знаю. Да капец. Чего? 3-0. Ну, типа, там, все, это ужас. Ты поняла, что ты всех покорила? Нет, там? Вообще ничего. Я такая... Спасибо всем, типа. Так, а что конкурент твой? Данечка. А ты классный. Мы с ним тебя прощаем, ладно. Так и быть. Да, так и быть. Победительница. До свидания. Чай? Да. Пошли. Значит, кофе? Пошли. Я кофе не пью. Ну что, ребята, сейчас будут дуэты. Дуэты. Ух! Никита, Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Что танцуете? Больные танцы. Ого! Неожиданный поворот событий. Я рассмотрел за стойкой. Видишь, а нет, не блесток тебе. Ты сказал, что это раздражает тебя блестки? Нет, не про блестки я говорю. Я говорил про манеру. Манера. Про манеру. Видишь, вот, пожалуйста, я не знаю. Может, сейчас будет то же самое. Нет, не будет, или по будет? Виду точно нет. Мы пришли с бальной хореографией. И будем отбиваться за всех бальников. Когда мы еще были в разных дуэтах с Дашей, по Рязани я был первым, а Даша с своим бывшим партнером были на второй позиции. Сколько месяцев мы танцуем уже? Официально мы с 24 декабря, по-моему, в паре. Хотели встать летом, но... Не получилось. Не получилось. Там были нюансы по поводу наших бывших партнеров. Они не очень хотели, чтобы мы создавали наш дуэт и всячески пытались нам помешать. Они не хотели с нами конкурировать, и, видимо, из-за этого они такие, блин, не, ребят, вы не станете в пару. Меня караулили, поджидали везде. Я такой, блин, что делать, что делать? Короче, нам кидали угрозы, мы такие, блин, как хочется жить. Да, отстань ты от меня. Вот. Она вредная просто. Нет, я не вредная. Ты просто не думаешь о последствиях. А я думаю. Ну так вот. Все. Сделай все, что все возможно, и стали в пару. Потому что в городе Рязань очень мы мало хороших танцоров. Да, именно с которыми в... можно создать дуэт. Короче, в нашем возрасте мы самые крутые. В Рязани. В Рязани. Thank you.
Такой очень стремительный, стильный джайв. Джайв же, да, ребят? Джайв, да. Джайв. Мне очень понравилось. И я видела, как Мигель там пританцовывал. Как... Да, это один из моих любимых треков. Он пел. Я очень сильно расстроился в тот момент, когда всю первую часть, которая невероятно музыкально, невероятно крутейшая, акцентированная, она была пропущена, и вместо нее ребята ходили вокруг стола, залезали на него, спускались под него, пытались сделать какие-то трюки. Я так думаю, ну давайте уже танцевать, ну давайте уже танцевать. И тут припев. Да. Baby, where are you? Hello. А джайв понравился, Мигель? Ты как-то уходишь от ответа. Джайв? Да. Джайв был хорош. Спасибо. Спасибо. Сережа. Слушайте, ну вот, хоть убейте, но не хватило мне вот как раз этих платьишек, блесток и вот всего остального. Ну, вот я не говорю, что мне не мешали, но вот ты получил по факту джайв двух офисных работников. Ощущение, что два мужчины танцевали после корпоратива или на корпоративе. Почему-то странные танцы. Вот для меня это выглядело так. Как вот вышло, так и вышло. Не, в чем тут блестки? Если бы они танцевали, есть некоторые... Понимаешь, есть, да, восприятие? Стереотип восприятия. Поставь контемщика танцевать в платье вот с блестками. Не состыковка. То же самое здесь. Ты танцуешь в каком-то мешковатом... В зависимости от того, какая хореография будет этого контемщика, какая будет музыка, все остальное. Подожди. Да не важно. Все равно есть некое восприятие. Комбинацию можно же создать из того, ну как бы... Из не, смотрится, не смотрится движение. Ты можешь понять? Чего? Вот, как мой, на мой Нет, взгляд... стоп. Черное на черном по-любому не смотрится. Нет, я... Платьишко, штаны, вот, неважно не что. Все равно есть эстетика движений. И когда ты за эту эстетику закрываешь мешковатыми штанами, рубашкой и галстуком, я говорю, сразу смотрится совершенно по-другому. Мне кажется, выигрышнее это смотрелось это совершенно... Так, на турниры по бальным танцам можно выйти точно так же. Хорошо, не окей. Обязательно... Я не говорю, что так и можно и нельзя. Так можно. Он говорит просто о том, насколько что он это любит. Выигрышнее. Это другое. Насколько это выигрышнее. Если это бы выигрышнее было так, то я думаю, что все бальные танцы проходили бы в таком наряде. Мне показалось, я высказываю исключительно свое собственное мнение, что внешний вид сработал в минус, потому что пропали те движения, которые должны были бы вам сработать в плюс. Вот и все. Хорошо, спасибо. Иван. Я понимаю, о чем говорит Сережа, но тем смелее от отсутствия вот этих пышных костюмов, тем смелее выглядит ваш шаг выступать вот в этих костюмах и показывать драйв без лишних финтифлюшек и пестрявостей. Вы пружинистые, действительно летали, порхали над танцполом. Спасибо. Класс. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, прощаемся с вами, но ненадолго. Ух, там такая пара сейчас выйдет интересная. В интригующих костюмах, мне кажется, всем понравится. Dance with me, bounce. Этой осенью. Последний раз ты нас в это втягиваешь. Тебя ждет новый сезон семейного блокбастера. Ой, танцор. Сериал, в котором есть экшен. Погони. Горячие сцены. Спецэффекты. И даже звезда мирового уровня. Мои 20 миллионов подписчиков тебя съедят. Саша, Таня. Новый сезон. Скоро. На ТНТ. Джайв был хорош. Мне показалось, что внешний вид сработал в минус. Разговаривать с вами бессмысленно, судя по всему. Вы наш язык не понимаете. Поэтому давайте сразу же танцуйте. Давайте. Ван Гог. Удачи, ребят. Yes, sir. Yeah, we get 'em. Why we do it? Why we do it? I do it for the turn up.
tell them boys I never need a crib alone. Cause I keep one in my car and I got two at home. They different kinds, but they do the same thing. Double A's, double barrel. Yes, sir. I'm flipping the page. I'm trigger happy, you're clipping the cage. Clicking and hitting the stage. Hit you with truth, he's in every phrase. Deep, come me deep, I'm diving in, diving in. When I ride, I got the hit. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. That's right. You know we got it. I'm alive again. Uh-huh. Manolo, man. When I ride, I got the come. I do it for the turn up. Так, ребята, вы будете с нами говорить, нет? Нет, говорить с нами не будут. Они инопланетяне, иностранцы. А можно посмотреть, кто скрывается под маской? Лица мы тоже не увидим. Можно посмотреть ваши глаза? Не палитесь, ребята, если не хотите, не палитесь. Нельзя, я поняла. Я думаю, что, может быть, они просто вообще нет. До конца в образе. Молодцы, поддерживаю. Мигель, что по танцу? В принципе, по хоряге было клево. Угу. Сережа, как было тебе? Да, мне тоже все понравилось. Мне показалось, что очень мешали маски, потому что иногда все-таки краем глаза, каким-то периферическим зрением хотелось подсматривать, где партнер. Так-то мы кругозор-то побольше, это попроще. А когда в маске стоишь, очень маленькие глазки... Такое ощущение, что они вообще не понимают, где они находятся. Не, у меня ощущение, что они просто, может быть, даже... мне просто кажется, что они даже, может быть, и... Они тебя даже не слушают. Не слушают. Нет, смотри-ка, они думают, что... Они думают, что их хвалят. Давайте, пусть думают, вам интересно, кто скрывается под этим? Ну, честно, да. Вот заинтриговали максимально, да? Это было круто, если бы кто-то прям вот совсем... Не, мне интересно только... Время и стекло. Решетникова там, да, Решетникова и Карпеныч. Да. Ну, одного точно борода была видна, второго не знаю. А есть у нас малейшая возможность вас уговорить снять маски, ребят? Просто махните, кивните там. Я поняла. Класс, класс. Не, мне нравится. Обожаю. Окей, ребят, я думаю, здесь даже Google Translate не поможет. Давайте просто начнем. А давайте, вы можете отодвинуться? Чуть-чуть в сторону. Чуть-чуть в сторону. Все. Да. Пока, чуть-чуть в бок. Что ж, позовем ваших конкурентов с земли. Вот такой вот интригу. Да, это земляне, да. Офисный планктон, да, по-другому. Да, ну что, повыбираем, ребят. Это как будто Mortal Kombat. Я говорю, это Mortal Kombat. Это круто, это хорошая тема очень. Иван, ты первый. Начну с Никиты и с Даши. Ну как, мне нравится, что каждая следующая пара, которая представляет бальную среду, она все ближе и ближе к тому, чтобы уйти за кулисы отсюда победителем в этом батле. Мне очень сильно этого хочется. Но я начал задумываться, что нужно в бальном танце сделать так, чтобы он прошел дальше. И мне кажется, что бальники обречены на то, чтобы спускаться отсюда побежденными, именно потому, что нет возможности прорабатывать так детали, которые удается делать, скажем, вот в других жанрах. Потому что он более консервативен сам по себе. Ничего бальный подобного. Танец. Ну вот не знаю, каждый, кто приходит, у каждого это все-таки постановка, не совсем работающая с музыкой. Вот эти детали как будто все время отсутствуют, как будто забывают про них. Про красоты бальные, про пышности, да. Про полеты, про движения размашистые, да. Но, блин, Ван Гог все-таки вас сегодня побил за счет детализации, за счет более сложной конструкции самого танца. Когда-нибудь все-таки маленький будет победителем, но Ван Гог, вы молодцы. Мигель. Сюда. Сереж. Что ж, единогласно, Ван Гог. Thank you.
Ну, это правда интересно, кто же там скрывается, ход, да, хороший, ход? Очень клевый. Интригует, интригует. А за Бальников правда обидно. Очень интересный баттл между нами и пришельцами. Ну, надеюсь, в ближайшее время мы узнаем, кто это. Здравствуйте. Привет, Алиса. Мы команда Дэн Скотт из Краснодара. Моя команда называется Дэн Скотт. Мы представляем город Краснодар. Как она образовалась? Ну, наверное, с трагедией моей личной. Я с детства занималась профессионально танцами, и у меня происходит сильная травма, которая потом уже была несовместима с профессиональной деятельностью. Я не могу больше танцевать. И я решила собрать вокруг себя людей, которые поддержат меня, смотрят на мир танцевальный точно так же, как я. И вот так постепенно-постепенно, и сейчас рядом со мной тренируется 50 человек, которые верят в это дело. Я нашла себя в роли постановщика, в роли режиссера, в которой я стараюсь развиваться. Да, сейчас я рада, что мой путь именно такой. Я считаю, что мои ребята очень заслуживают того, чтобы здесь поучаствовать. Они достигли такого уровня и зрелости, когда они могут показать и выразить ту мысль, к которой я так долго шла. Танец — это не только форма развлечения зрителя и себя. Он может и должен говорить о сложном. Мне кажется, что танец — это недооцененный вид искусства. Погрузитесь, покажите это состояние, покажите идею номера. Она сложная, она глубокая, вам нужно ее показать. Не бойтесь все эмоции, которые вас кипят, дайте им прожить. Я вам желаю, чтобы вы умерли и родились при этом. Алис, ты ставила? Нет. А кто ставил? Наш руководитель Анна Агеева. А, понятненько. Все, я понял тебя. Ну, очень красиво. Спасибо. Передай респект. Особенно финал, прям бух. Сережа, как тебе?
Но меня вы зацепили не с самого начала. Я где-то только подцепился к вам с середины. Первая часть для меня была мимо. А потом стало за этими всеми перестроениями интересно наблюдать. Идея классная. И мне интересно, какое количество костюмов у вас. Просто один всего, да? Всего один. Да, просто, то есть, грубо говоря, вы сегодня первый раз в костюмах прошли, да? Нет. Они сегодня первый раз прошли с черными руками. А, стирали 4 раза? Да, не, ну очень круто. Мне очень нравилось, что вы в процессе мажетесь. Это прям клево, то, что вы в процессе... Спасибо, Сергей. Иван? Ну, меня заворали без прикосновения. Ну, по-хорошему. С самого начала? Меня тронуло, да. Ну, да. Да? Да, мне было интересно, как будут работать руки, что это будет отдельный инструмент, и что вот это высказывание, потом хопа, потом хопа. Очень круто, опять. Спасибо, что вы заметили это. Да, это как еще одна плоскость, на которую я обратил внимание. Класс, все персонажи... Прямо годная, вообще годнота. Спасибо. Очень круто. Самое масштабное шоу года начнется в воскресенье. Не пропусти. Самые крутые комики собрались в один проект. Я, кстати, сексом начал заниматься. И как получается? Да, пока все просто. Но я пока с инструктором занимаюсь. Игра. В воскресенье. В 9 вечера. На ТНТ. Dance with me, dance with me. Bounce. А кто ставил? Наш руководитель Анна Агеева. Ну, очень красиво. Спасибо. Передай респект. Мы танцевальный коллектив Top Rate. Мы представляем город Воронеж. Всем привет! Наш танцевальный коллектив образовался примерно 10 лет назад на базе Воронежского государственного университета. Изначально был факультет прикладной математики, информатики и механики ПММ. Я сам учился на нем как руководитель и хореограф, и ребята все были оттуда. Со временем стали подключаться ребята с разных факультетов. И экономисты, фармацевты, математики. Все ребята со всех факультетов присутствуют у нас в коллективе. У нас в коллективе несколько ребят, которые танцуют с момента основания коллектива. Это Костя и Даша, которые вот стали хореографами у нас тоже в коллективе. У нас Леша — это мозг, генератор идей, он видит картинку и так далее. Мы с Костей больше отвечаем за постановку хореографии. В итоге получается что-то, ну, что-то получается. В нашем городе очень мало сильных команд, практически нету. А очень хочется, чтобы развивалось. Развивались танцы, чтобы приходили люди. Просто Воронеж еще славится тем, что в нем очень сильный университет, и люди приезжают учиться. А мы, наверное, хотим, чтобы еще он стал классным танцевальным городом. Наш соперник по батлу — это команда Дэн Скотт из Краснодара. Мы с ними сталкиваемся на различных конкурсах. Нас объединяет то, что мы, как и они, как и мы, пытаемся пропагандировать танец с мыслью. Танец, сюжетный танец, который что-то доносит до зрителей. Посмотрим, кто из нас окажется сильнее в этот раз на этом конкурсе. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Winston boy, oh, there he is, packing quietly alone. You could mistake a clock ticking for a cricket cricketing when you're round him. I swear, we all make a living by what we get, that we make life by what we give, by what we give.
someone uttered while she went on crossing the channel. Come to think about it. Think a few years ago I heard him talk about how God bless an ego with 54 stars. And maybe he's gone, wandering looking for his kind of star. But if it's stars, if we think about it, even beautiful stars, they tend to shoot through the night and you never find. Winston boy, don't you ever judge Winston boy, 'cause one day this boy might be the man. Though clearly nobody knows when or how. He shares his story with a cup of tears streaming from his eyes. One day this boy will be fine. This boy will be fine. Better watch out now. That day might be today. Ребята, это был какой-то такой уютный, очень добрый, светлый номер. Хотелось к вам. Пушисто как-то было. Вот. Это мои эмоции. Мигель? Я чуть-чуть запутался в сюжете. Мне понравилась идея с кубиками. Молодцы. Хорошо. И очень прикольная музыка. Иван? Я прочитал драматургию. Я в сюжете прочитал взросление человека. И спасибо. Спасибо. Это был спектакль. Сереж. Да, мне тоже очень понравился этот номер. Мне понравилось, как вы существовали все. Мне понравился главный герой, которого, вокруг которого все это происходило. Я не могу понять, что что-то мне мешало. Вся история вроде бы сработала. Может быть, на контрасте с предыдущими ребятами. Но почему-то мне хотелось чего-то от вас больше получить. Вопрос, знак вопроса у меня пока стоит в голове. Но то, что это было очень трогательно, красиво, да, безусловно. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Давайте пригласим ваших соперников. Ну что, к выбору. Начнем с Ивана. Номер, который был у коллектива из Воронежа, у Топ-Рейта, был, наверное, в какой-то степени чище и в прямом переносном смысле. Он был чище, понятнее по драматургии и, соответственно, доходчивее, наверное, в какой-то степени. Но иногда вот эта грязь не то чтобы несовершенство, а вещи, которые, кроме самого танца, говорят о характере, о темпераменте. Маленькая черта, но очень важная. Вот, поэтому, ребята, спасибо за ваши грязные руки. Две сильные команды, две сильные постановки, причем очень разные по характеру и по эмоции, которые они должны вызвать у телезрителя, у зрителя. Дерзость какая-то, очень острота, грязь. Да? Здесь что-то очень теплое, очень заставляет задуматься, подумать. Очень тяжело. Я прям, не знаю, две кнопки, нужно нажать одну. Пожалуй, уникальнее все-таки сегодня Dance Squad. Единогласно, Dance Squad проходит следующий тур. Oh,
молодцы. Они выдержали очень много испытаний за сегодня.